Попробуй удивим. Во Владимире Гороховце в эти дни проходит финал конкурса «Дивы России» по ЦФО и Северо-Западному округу. Среди участников из центра страны Владимирская область – рекордсмен по заявкам. У нас 74 проекта из 192. Администрация региона предложила даже оргкомитету конкурса включить новую поднаминацию «Малые города России». Привлечь внимание к малым городам и городу Гороховцу – это, конечно же, наша задача, одна из основных. И вот под номинацией это как раз послужит тому, чтобы мы и ролик продемонстрировали, и город Суздаль, и город Гороховец, Судогда. Нам есть что показать, роликов много, и эта подноминация, она нам очень поможет в продвижении именно малых городов нашей области. Особое внимание сейчас к привлечению туристов на несколько дней. Задача включает не только разработку увлекательных экскурсий и предложений, но и развитие инфраструктуры. Ведь помимо достопримечательностей, туристу нужно где-то переночевать и попробовать местную кухню. Своим позитивным опытом участники конкурса охотно делятся. У нас есть постоянные участники, которые участвуют из года в год, но каждый раз с новыми роликами, что нас, несомненно, радует. Они совершенствуются, они слушают экспертное мнение, они учатся, в том числе и у других проектов. Так, в Покрове в скором времени появится комплекс «Город мастеров». За 2017 год город посетили 20 тысяч туристов, правда, все проездом. Новые маршруты и комплекс должны исправить ситуацию, убежден глава Покрова Олег Кисляков. На конкурс от города отправили несколько роликов, два из них попали в финал по ЦФО. Мы показываем Свято-Веденскую островную пустынь, наше прекрасное, красивое, уникальное по своей форме Черное озеро и Свято-Покровский храм. Да. То есть у нас таких вот три основных ключевых природных объекта, которые наш город украшают. Победители окружного этапа назовут в Гороховце 4 апреля, а уже в мае финалисты представят туристический потенциал своих регионов в Москве. Евгения Палагина, Виталий Сергеев, «Губерния 33».